Белорусы, заняв первое место, выходят в финал конкурса «Снайперский рубеж». Это испытание международных армейских игр проходит в Брестском районе. В полуфинале участвовали команды из 8 стран. Они выполнили 7 упражнений, среди которых работа по движущимся мишеням, отход группы из-под обстрела, стрельба с напарником в ночных условиях. Все элементы предусматривали ограничения по времени и количеству боеприпасов. А в одном из упражнений каждый промах был чреват забегом за дополнительными боеприпасами. А на другом рубеже, выполняя отход, за каждую непораженную мишень нужно было пронести ящик весом 80 килограммов, а после отстреляться из автомата. Существующие климатические погодные условия, они накладывали свой отпечаток. Погода менялась от тропической жары и влажности до такого штормового ветра, до зарядов, порывов этого ветра, до дождя, пускай даже небольшого, но тем не менее он был. Это все накладывало свой отпечаток. В финале конкурса за звание лучшей снайперской команды вместе с белорусами поборются представители Казахстана, России и Китая.